Здравствуйте! Вас приветствует компания ВС Украина. Наш сюжет о шнековом транспортере с подборщиком. Данное оборудование будет перемещать зерно на кузов грузового автомобиля. Шнековая спираль с сечением 140 мм располагается в трубе 159-мм диаметра. Винтовой конвейер выполнен в рамках изи-серии. Это означает, что используется катанная труба собственного производства с толщиной стенки 1,5 мм. Данный подход позволяет снизить общий вес шнекового транспортера и положительно сказывается на его мобильности. Длина погрузчика составляет 8 метров. Он состоит из 4 частей на фланцевых соединениях. Движение шнек приводится электродвигателем с ременной передачей на 2 ручья. Мощность двигателя 3 кВт. Устройство предназначено для сети 380 вольт. Шнековая спираль навитана внутренний вал сечением 33 мм. Толщина лопасти 1,5 мм. Шаг спирали составляет 140 мм. Вход продукции осуществляется через съемную сетку. К заборной части на фланец прикручивается шнековый подборщик зерна. Его длина 2 метра. Внутри он имеет спираль с направленными в разные стороны витками, которые сгребают зерно к центру, к забирающему шнеку транспортера. В движение подборщик приводится электродвигателем с ременной передачей на 2 ручья. Его мощность 1,5 кВт. Поскольку шнековый погрузчик должен быть мобильным, для него заказана подставка на колесах с лебедкой. Это позволяет быстро регулировать высоту выгрузки зерна и перемещать устройство. Заказать винтовые конвейеры можно на официальных сайтах компании, ссылки на которые есть в описании, куда я вас и приглашаю, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Кроме этого, предлагаю подписаться на канал. Благодарю за просмотр. До свидания!